друзья, мы рады видеть вас на нашей земле волжской. Мы старались, готовили трассу для вас. Очень хорошо то, что сегодня собралось такое количество участников. Ну, что хочется сказать, пожелать успехов. Самое главное, берегите здоровье, чтобы у нас все обошлось без травм. И скорая помощь, которая приехала за 100 километров аж с Чувашской республики к нам, не пригодилась. Удачи!